И снова здорово, дорогие друзья. Мы продолжаем правку Атланта проходить на тренинги у Олега Алафа-Гудвина по мануальной терапии. Вот смотрите, если человек расслаблен, то это вообще делается очень просто. Главное, нужно углы выбрать. Какие углы? Раздаю вам секреты. 3 раза по 45. Значит, это что у нас делается? 45 градусов латеральный наклон. Флексия вперед 45 градусов. И ротация 45 градусов так, чтобы нос находился на оси позвоночника, примерно, да? И вот в этом состоянии мы проверяем, сейчас мне просто надо руки убрать, чтобы было видно, проверяем расслабленность человека и докручиваем еще чуть побольше, вот буквально пальчиками. Раз. Слышал, да? Слышал. И чтобы поверить, что это на самом деле легко и просто, мы приглашаем нашу ученицу, лучшую ученицу Саяну, заходи, давай пять. Она немножко боится, но попробуй сделать в другую сторону, да, поменяйтесь. 45. Подожди, ты не говорю, ты что там крутишь? Баба, ягодка, опять. Подожди. Так, сам не крути. Не, вот это выше чуть на затылочек ставь. Давай твоими руками, вот расслабила. Нет. Не докрутила, да? Не надо, не буду крутить. Но, тем не менее, мы на наших тренингах преодолеваем все страхи по поводу, можно ли навредить человеку, нельзя его навредить, понимаете? Легче причинить пользу, чем навредить. Все приемы отрабатываем друг на друге, поэтому, если вы не с нами, вы многое теряете, да? А сейчас у нас начнется самое интересное. Мы начнем практиковать друг на дружке. А если вы не с нами, пока-пока. Ну, надеюсь, мы вас скоро дождемся.